Господи, благослови, батюшки. Произошло знаменательное событие. Но учитывая то, что август – это время, когда половина горожан в отпуске и на школьных каникулах, мы решили рассказать о нем сегодня, когда уже, надеемся, все в сборе. Итак, о событии. 6 августа состоялось освящение храма святителя Николая. Напомню, что здание храма, построенное в начале века, долгое время, с 1947 года, использовалось не по назначению. Здесь была школа и спортивный зал. Но возвращение к религии, которая является одной из примет нашего времени, возвращает к жизни и древние храмы. Реставрация храма в Авдеевке стала, можно сказать, общенародным делом. Не остались в стороне предприятия и исполком. В обряде освящения храма святителя Николая участвовали настоятель храма отец Игорь, настоятель церкви Петра и Павла отец Василий и ряд духовных лиц. Главенствовал на обряде архимандрит Саватий, уроженец Авдеевки. Совершилась та мечта, что этот храм мы освящаем и будем совершать здесь Божьим. Но будем молиться о мире всех мир, о благостоянии святых Божьей церкви, о исцелении наших болезней и скорбей, и недугов наших упочивателей. Но в святей души наши будут приходя к покаянию и ко святому очищению святых Христов Таин, обновлению, воскресенье не только общества, но и сего святого храма. Недаром мы сегодня и службу будем совершать. Обновление святого храма. К сожалению, сегодня должен возглавить был богослужение епископ наш, епископ Алибий Владыка. Но он тяжко болен, в больнице лежит. Вчера я заезжал под Каменницу Владыка. Так что в зале его осудить и его славить очень хотел. И он попросил передать поклон. Бог благословил мне возглавить освящение святого престола и святого храма Церкви Божьей. Богослужение особенности такие. Сейчас мы совершим малое освящение воды нашего храма. Затем мы войдем во святой алтарь и за закрытой завесой совершим освящение престола, облачение, которое сейчас разоблачен стоит посреди алтаря. Затем со святым Антимином тут у вас особенно средством года пройдем. Но мы уже в связи с такими условиями вашим храмом подойдем со святым Антимином со святым. Вот возложен на престол святой Антимин, снова освященный престол. И затем совершили верхнюю святую и другие соборы. Родие, святое священное единого Сии, и я верою, и не стыди собрать и нарисать и глаголя. Возвещу имя на братья моей, посреди церкви воспою я, и поки отсюда на детя нам, и поки тебя среди ей, я же видал есть Бог. Понежно водите, приобщавшись плоти, приобщившись плоти крови, и тоже слаборящие, слепые, хромые, сухие, чающие движения воды, ангел Богосподень на всякую лето скождавший купель и возмущавший воду. И иже первые владящие о возмущении воды, здравы ваши, не цель же не Богом, одержим бы ваши.
не предвидит его прийти ядушне, от тем прийти люди Господу помолится. Thank you.
Отец Василий, прокомнили.
Так, наберите, как называется человек, закон,
Омыли святой водой, особый состав готовится. Мы освящали перед литургией воду, вода, вино красное, символ духовного веселья, которое должно царить в храме, это всегда за службой Божьей. Благовонная розовая вода, смешивается все, и омывался престол, и оттирали вашими полотенечками, вашими платочками. Затем после службы отец-настоятель раздаст их вам как святые. Только не делитесь, кто давал, тот и забитесь. Вот, а то вы еще приведете. Вот, а сейчас, и затем здесь стоял святой Антимин, освященный владыкой. Особый плат на престоле лежит Антимин. По благословению святейшего патриарха Алексия, вот, изготовлен и освящен нашим епископом, в котором зашиты частицы мощей святых мучеников, угодников Божьих. И на этом антиминце всегда мы будем совершать службу Божию вашего стоятеля. С этим святым антиминцем, со святыми мощами обошли мы внутрь храма вашего, стали у главных входных дверей ваших, и там мы совершили чин входа в храм святых мощей. Внесли во святой алтарь, положили святой антиминс на уже освященном вашем престоле святом, вот, и прочитали колено преклоненную молитву освящение благодати Духа Святаго сегодняшнего дня престола святаго. И сейчас читать будем часы, 3 и 6, и совершим святую литургию. Первый на освященном престоле сегодня.